Парк автомобилей экстренной медицинской помощи постепенно обновляется. Наша компания решила внести в это свой вклад на базе Hyundai H350. Это комфортный, надежный и практичный автомобиль, который может поставляться в двух базах – короткой и длинной. Мы рады, что теперь в Украине появилось предприятие, которое может заниматься тюнингом специальных санитарных автомобилей. Это сложное транспортное средство, которое должно отвечать современным стандартам. В безопасности спецтранспорта предъявляются особые требования. Мы считаем, что Hyundai Motor создали автомобиль, отвечающий этим требованиям на все 100, который готов защитить пассажиров и водителя в любых и даже критических ситуациях. Основными критериями для покупки автомобилей частными компаниями, автомобилей скорой помощи, это всегда были три критерия. Цена, качество, технологичность.